Лактіалі Мульті. Залишайся молодою та сяй красою. Знаєш, багато чоловіків поводиться як маленькі хлопчики. І дуже любить похвалитися. Тому я часто зустрічаю запит, хочу найкрасивішу дівчину, наче з обкладинки. Тобто ти хочеш сказати, що до тебе звернувся хлопець, який хоче собі прямо дівчину з обкладинки. І не менше. Знайомся. Це Олександр. Дуже успішний стоматолог, власник мережі клінік. Йому 30. І так, він мріє про красуню модель. Мене звати Олександр, мені 29 лет, я стоматолог. А у меня собственная стоматологическая клиника. Я считаю себя завидным женихом. Я хорошо зарабатываю. Есть и квартира, и машина. Могу себе позволить отдых высокого уровня. У меня большие планы. Я хочу иметь большую сетку стоматологических клиник. Пока что на Земле, а дальше посмотрим, может быть, на Марс переселимся. Чего пришел до нас? Все свободное время зачастую занимает именно работа как раз таки. Из-за этого мне не хватает времени даже иногда на знакомство. Нет женщины рядом, которая хотела порадоваться. Она приходит домой такой, да, я сейчас такое сделаю. А как бы и все, никого. Чи були у тебе серйозні стосунки? Практично завжди був в серйозних відносинах, тобто були 5 років, було 2 роки. Чому вони не склалися? Я був не готов к сім'ї морально взяти на себе обов'язки і відповідальність за другого чоловіка. Зараз, по прошествию вже певного кількості часу, я готов к відносинам. Якою має бути твоя ідеальна дружина? Поскольку я стоматолог, я естет. Хотелось бы видеть рядом с собой, конечно же, красивую, длинноногую, длинноволосую, сексапильную. Уверенность в себе очень важна. И умение себя там подать, скажем так, да, преподнести. Визуально, по крайней мере, хотелось бы как с обложки, как модель. Слухай, а чи готовий ты для девчины с обкладинки? Чи потягнешь такую? Я думаю, смогу. Ну, типа, что значит я могу себе позволить? Типа, у меня никогда не было некрасивой женщины. Все мои девушки больше, они все красивые. Я других просто не вижу, все. Добре, я спробую найти для тебя идеальную дружину. И мы с тобой побачимося на твоем весіллі. Такий список бажань, що я вже починаю нервувати, чи зможемо ми задовільнити його потреби. Але в нас є модель. Знайомся. Адель. Я її бачу. Дівчина року по версії журналу Playboy. Знав, що я її бачу. Їй також 30. Мені здається, що вона відповідає всім його критеріям. Угу. І думаю, він буде в захваті. Я гадаю, що так. Ти права. Привіт. Мене зовут Адель Вакула. Мені 31 год. І я самая сексуальна дівчина по версії Playboy. Я модель профессиональная. Первый раз я снялась 18 лет для Playboy. И съемка настолько понравилась Хью Хефнеру тогда, что ее напечатали Playboy в Америке. Но обложка обложкой, у них много, потом к этому привыкаешь. И мне это уже как-то обыденно стало. Насколько відвертими бывают твои фотосессии? Ты в основном голый или в каких-то трусиках, которые потом фотошопят? Понятно, плейбой в платье никто не фотографируется, потому что чтобы это был за плейбой. Надо понимать, что это просто работа. К обнаженке лично я отношусь хорошо. Для меня это искусство, и пошлого я ничего тут не вижу. Но это не означает, что я при встречах, отдыхе, снимаю лифчик, там, бегаю, как-то неадекватно себя веду, такого нету. Напевно ж, у тебе багато прихильників. Ну да, это есть. Як вони добиваються твоєї прихильності? Очень много подарков. Какие-то сумки, это какие-то туфли, все, что брендовое, все, что в тренде, это все уже обыденность. Для меня более знаковые, знаете, когда мне машину подарили. Тебе така популярна. Чому ти прийшла до нас? Це для мене якийсь експеримент навіть, тому що до цього я себе вибирала, а тепер ви мене вибрали. Угу. І я хочу, наоборот, пожити і побачити, як це. Добре. Давай просто сумки поговоримо.
Первые отношения у меня начались 18 лет. Были 9,5 лет, ну, практически 10. А потом мы разошлись, потому что мой бывший ударился больше в религию. Он уже стал более семейный, не принимал мою работу. Это стало проблемой, потому что, допустим, в христианской религии нельзя вообще, моделинг — это вообще запрещен. Очень много всякого такого, что не вяжется с моим образом жизни. А взагалі, що ти знаєш, багато чоловіків якось скептично ставляться до цієї професії і будуть проти того, щоб жінка займалася саме такою роботою, як в тебе. Ну, да, да, согласна. Коли слышиш, що ти знімався в Playboy, ти не модель, у всіх квадратні очі, і як же так, це ж постидно. А як має ставитися твій чоловік, якого ти хочеш? Тут мене і відпускали працювати, розуміли, да? И тем не менее, было понимание, что человек хочет быть со мной, хочет от меня детей. Я хочу, чтобы он был самодостаточным, чтобы он мог прокормить в первую очередь себя. И меня, и наших будущих детей. И хотелось бы, конечно, чтобы хватало на какие-то рестораны и полеты. У меня еще есть два кота замечательных. Один мейкун, один веслоухий шотландец. Угу. Тобто, я так розумію, що твої коти – це частини твого життя, да, які переїдуть до нового чоловіка разом з тобою. Так, да, 100%. І він має це приймати. Ну, а які варіанти? Я маю надію, що наш експеримент буде вдалим. Ми посмотримо. І до зустрічі на весіллі. Слухай, який щасливчик. Хотів і отримав. Але готовий він до дівчини з обкладинки чоловічих журналів? Ти знаєш, цього в замовленні не звучало. Потрібно дуже прискіпливо ставитися до своїх замовлень і побажань взагалі, по життю. І ще я бачу, що вона дівчина з дуже багатими амбіціями і звикла до дуже заможних чоловіків. А це вже питання до нього. Він хотів собі дівчину з обкладинки. І питання в тому, як адекватно він оцінює свої сили. Йдемо до весілля? Йдемо. Мене збирали мої друзі, тому мені було не страшно. Я тебе, звісно, в різних образах бачив, але в такому ще ні. Как думаешь, кто это может быть? Блондинка, брюнетка или высокая? Ну, высокая — это хорошо. Ты согласен, да, что женщина может быть выше тебя? Влюбляются не в лица и тела. Да ну, влюбляются как раз-таки в лица и в тела. Плейбой, тебе дорога закрыта. Забудь обложки, все, съемки. Да. Но... Хотя мы можем снять тебя в свадебном платье, а потом без. Боже мой! Почему у меня такие друзья? Друзей не выбирают. Хватит сниматься уже в журналах такого толка вроде моего. Пора уже браться за голову и делать что-то серьезное, а именно садиться в лодку семейной жизни. Желаю, чтобы получилось все красиво. Спасибо. Я готов. Я пойду. Мне уже пора, меня ждут. Ой, давайте еще раз. Не только вы. Ожидания от мужчины у меня такие, что я думаю, что он будет в первую очередь умный, красивый, обеспеченный. Я бы хотел, чтобы невеста была... Чтобы ты не смотришь и понимаешь, что вот у нее все хорошо, все отлично просто. Я кладу $300 в конверт наш общий, но хочу, чтобы мужчина положил намного больше денежек, потому что считаю, что мужчина должен обеспечивать в первую очередь себя, ну и меня в том числе. Я кладу в семейный бюджет 15 тысяч гривен. Думаю, что этого на неделю должно хватить. Если же, соответственно, будут какие-то дополнительные моменты, то будем уже решать по ходу пьесы. Я думаю, что деньги не проблема. Олександре, вітаю.
Здравствуйте. Я знаю, що в тебе мама з татом більше 30 років разом, так? Так, да, все вірно. Я тобі бажаю, щоб з тою нареченою, яку ми тебе обрали, ти також створив міцну сім'ю, і ви були щасливі довгі роки. Благодарю. Спасибо. Тож, бутоньєрка. Думав, що не буду взагалі волноватися, буду героєм дратися, але ні. Було волнення, трепет небольшой. Привіт. Привіт. Ти звикла до зйомок та до камер, але сьогодні особливий день. Які відчуття? Дуже переживаю. Чому? Це вже не зйомка, а серйозні речі. Ти готова? Да. Це твій букет. Ой, клас. Спасибо. Зараз я закрою тобі обличчя. Що? І ми разом підемо до твого нареченого. Коли він вручив мені букет, взяв мене під руку і закрив фото, ще більше почала нервничати, на самом деле. У меня было закрыто лицо фотой, и я ничего не видела. Боялась упасть, но так, знаете, повредить лицо не хотелось бы на свадьбе. Единственная часть тела, которая была видна, это были руки, это были частично ноги. Стройные, тоненькие. Нет, нормально все, нормально все. Поэтому мне как бы не возникло никаких там желаний уйти или что еще. Сейчас замечаешь, что у нас не разница в росте. То есть она чуть-чуть выше меня, но меня это не смущает нисколько. Такая тема. Я похожу ниже тебя. Ну, это было смешно с одной стороны на каблуках. Я понял. С другой стороны, это как минимум будет неудобно целоваться. Ну что ж, наречена, чи з власної волі та за власним бажанням ви виходите заміж? Да. Чи з доброї волі та за власним бажанням ви одружуєтесь? Ще не понял, скоріше всього, да. Да. Якщо вас не привели сюди силоміць, тоді за власним бажанням. Все, все хорошо, да. Сам. Чудово. Он очень много шутил. Я тоже люблю шутить. И думаю, у нас с этим будут проблемы. Мы, мне кажется, друг друга будем перебивать с шутками, как минимум. И первым обручку одягает наречений. Переживание сказывается на сужении сосудиков, поэтому руки были немножко холодные. Чудово. Я поцеловал руку, ну, как бы для меня это... жест был. Ну, как бы, подождите, блин, ничего страшного, она моя жена уже, на секундочку, я ее муж. Почему я не могу поцеловать ей руку? Все. Зараз наречена, будь ласка, я вам допомагаю. Давай, нет, подожди, здесь. Ага. Это было комично, потому что из них взял мою руку и, грубо говоря, сам надел себе кольцо, потому что за фото я ничего не видела. Я оголошую вас чоловіком та дружиною. Саме зараз ви зможете побачити одне одного і, можливо, з першого погляду закохаєтесь. Когда я поднимал фату, мне был, вот, мне интересно было, поскольку я работаю с лицом, да, лицо — это все-таки зеркало всего остального. Я хочу уже побыстрее увидеть жениха, мне очень интересно, кого мне подобрали. Слушайте, может быть, я не понравлюсь ей, может быть, она как бы... Я думаю, что я понравлюсь. Ну как я могу не понравиться? Привет! Привет. И он растерялся. Она была очень сексапильной. Поплыл пацан, да, в какой-то момент. Ну, короче, ну, да, были там моментики. Адель. Александр. Адель стоит, смотрит на тебя, и ты такой, ха. Самая лучшая, и лучше тебя нигде нет. Глаза у него безумно красивые. Он черненький, мне такие нравятся. Но есть нюансы, я, допустим, не сильно бороду люблю. Я ждал увидеть красивую, яркую, полностью оправдала мои ожидания. Гірко!
Мне стало интересно, как он себя поведет, как джентльмен, поцелует меня в щеку. Или сразу полезет, ну, как модели, целовать меня там в губы еще куда-нибудь. Давайте мы до конца. Друзі, ми вас вітаємо. З цього моменту починається ваше подружнє життя. Ще до кінця не вірю, що от все свершилось, і сьогодні от такий знаковий день. Ну, відчуття класне. 7 днів ви проведете разом під одним дахом. І вам буде точно весело, це ми вже з Данією зрозуміли. Але якщо раптом щось піде не так, в будинку є білий прапор, ви його вивішуєте, і ми приходимо вам на допомогу. Будемо максимально прилагати усилля. Хотим тебя поздравить. Вас поздравить, молодожен. Наконец-то это произошло. У них сразу какой-то контакт появился, сразу коннект, сразу. Это странно, потому что, ну, зная Сашу, не со всеми идет коннект. А вот тут прям оно. Как твой друг и наставник по жизни, надеюсь, что все получится. Так что за вас. Спасибо. Веселых всем. Она, хоть и улыбчивая такая, но достаточно сложный человек. А Саша, я вижу, он такой немножко добрее, покладистей. Если она его не сомнет за эту неделю, я буду удивлен. А зараз вы отправляетесь на ваше романтичное побачення. Спасибо. Будь ласка. Я уже очень хочу пойти на свидание со своим мужем. Мне интересно, что он за человек, какой он, что он себе представляет. На первом свидании была атмосфера сказочная, Джуманджи. И там мы ходили с ним вдвоем. Вот ее глаза, это они далеко не пустые. И мне было очень приятно в них смотреть. Еще момент в том, что часто люди, когда смотрят в глаза, они отводят взгляд. Адель просто меня прожигала. Ты мне понравилась, мне нравишься. Я даже, честно говоря, более чем приятно удивлен. Супер. Понятно, что я симпатичная девушка. И я часто нравлюсь мужчинам. Ощущение симпатии во мне разгоралось. Я сам подумал об этом. Ух, выпьем за это. Думаю, еще немного больше поплыл. Так, сейчас что-то буду делать. Я медик, врач. Я стоматолог. Ничего себе. У меня своя стоматология. Круто. Ну, он молодец. Скажем, на свои года, то, что у него своя стоматология, это супер. Но меня не совсем впечатлило, если честно. Наверное, потому что я видела больше, и я немножко сравниваю. Чем ты занимаешься? Я модель. Я вижу рядом с собой такую женщину, и я понимаю, что рядом с такой женщиной должен быть такой мужчина, как я. Заметила, кстати, сундучок какой-то есть? Да. Давай посмотрим, что там. Олександре та Адель, ми вирішили допомогти вам почати сімейне життя і щирі розмови. Я розумів, що там, скоріше всього, є якісь питання, на які нам доведеться відповідати. Будьте відвертими у своїх відповідях. Все серйозно. Зараз послухайте. Хто починає? Давай я. Скільки би ти хотів дітей, як ти це бачиш? Значить так, 3. Звісно, я обрадувалася цьому, тому що я безумно люблю дітей. Я дуже хочу дітей. Сколько? Ну, я хочу от 3. У нас с Адель совпадают мнения, да, и меня это очень сильно порадовало, потому что даже в количестве детей 3+, вообще, я только буду рад. В общем, если мы сможем их обеспечить, я хочу... Почему если? Это когда? Ну, когда просто появляются дети, нет моментов, не может их обеспечить, да. Ребенок. Я считаю, что мужчина должен обеспечивать семью в первую очередь. То есть я хочу максимально обеспеченного человека, потому что я считаю, что фэшн-индустрия – это непостоянная работа. Мне надо какая-то опора в нашей семье, где я точно буду понимать, что будет энное количество суммы, и мы можем обеспечить наших детей. Сколько зарабатываю? Да. Я зарабатываю достаточно, чтобы обеспечить 2. Супер. 3, 4, 5. Деньги – это не проблема. Деньги можно всегда заработать и в любых объемах. Ну, для меня лично это важно. Мне кажется, такие вопросы надо задавать в начале отношений. У меня большие расходы, потому что в свободное время я люблю ходить на массаж, косметолог. Я люблю вкусно покушать, как-то тратить, наслаждаться жизнью, ходить в кино.
ну, и всякие развлечения, поэтому я трачу очень много. Потом мне бы лично хотелось, чтобы мы летали на какие-то отдых, потому что, допустим, лично я очень люблю путешествовать. Ну, я и в Китае жила, и в Париже, и Голливуд, Лос-Анджелес, естественно. А, вот. Естественно. У меня сразу начали возникать дополнительные вопросы, да, то есть это по работе, это отдыхать ездила. Який найдорожчий подарунок ти дарував? Мне интересно про женщин. Самый дорогой подарок, который подарил на какое-то событие, то есть, да, это был отдых. Угу. То есть, ну, как-то так. Ну, для меня это не подарок. Для меня, то есть, путешествия – это обыденные какие-то вещи. Хорошо. Найдорожчий подарунок, який ти отримувала від чоловіка? Ну, машина. Еще удивлять ее дальше. Здесь как-то что-то сейчас будет складываться по чуть, пацан придется поднапрячься. Считаю, что, допустим, если там мы говорим об автомобилях или что-то такое более дорогое, жилплощадь какая-то, какие-то моменты, это возможно подарить супруге своей и матери будущих детей. Я поняла. А не просто девушке. Ну, я считаю, достойная машина, почему нет? Короче, деньги. Деньги. Все в деньги всегда переводится, да? Семья не измеряется в количестве денег. А семья измеряется в количестве вложенных сил. Поэтому покупать кого-либо я не собираюсь. Чи пропонували тобі секс за гроші? Да. Но человек не оказал денег. Не, очень часто, кстати, в Инстаграме пишут. Ну, я стараюсь, конечно, быть честной и просто, понимаешь, если надеть какую-то маску на себя, то потом рано или поздно это вылазит. Да, я начинаю их троллить. Ну, самое большее предлагали 50 тысяч. 50 тысяч? Угу. Йен? Не знаю, даже не уточняла, честно говоря. Я думаю, что, наверное, долларов, потому что где-то с Америки. Ну, наверное, да. Он немножко онемел, мне кажется. Он не знал, что сказать, что добавить, что убавить. Ну, такое. Но потом взял себе в руки. А как ты к этому относишься вообще? Как я к этому отношусь? Что предлагать можно много чего. Вопрос в ценностях, вопрос в морали. Согласишься или нет? Очень часто пишут какие-то менеджеры каких-то мужиков непонятных. Но я их просто блокирую, и все. Им пишешь «нет», и они все равно пишут. И пишут с разных страниц. Это как-то странно. На что они надеются? Мне просто не надо, я не знаю. Ну, то есть у меня все сложилось в жизни, я считаю, очень хорошо. У меня нет таких ситуаций, чтобы не опускаться до такого уровня. Весь вопрос, опять-таки, тоже в ее ценностях, да? Для меня тоже был показатель, что Адель заточена не только на деньги. Я хочу тебе подарить подарок. Держи. Я поначалу не понял, что журнал, там, какие-то вкладыши или, может быть, гербарий между страничками лежит. Увидел на обложке Адель. Очень похоже. Угу. Я девушка года, версия Playboy. Потом открыл, увидел развороты. Да, то есть там целая, там страниц, наверное, 5 или 6 было с фотосессией Адель. Он был ошарашен, но видно было, что он не ожидал. Но я растерян был достаточно, потому что такая ситуация была в моей жизни первый раз. И я не понимал, как к ней относиться. Мне просто интересно твое мнение, что ты думаешь. То, что ты моя женщина, и ты находишься в этом журнале. Можно мне пару минут подумать над своими эмоциями? Для кого-то это искусство, но в формате «моя супруга, обнаженная, полностью фотографирует свой журнал», и это неприемлемо. Да я не могу объяснить эти эмоции вообще никак, не знаю почему. Мне кажется, ему не сильно это понравилось. Понятно. Я понимаю, что это и часть жизни, которую я не приемлю, да, то есть, но она мне прям очень понравилась. Мне нужно ей предложить взамен что-то гораздо больше. Соответственно, покорять эту женщину, добиваться ее. Поедем домой. Супер, давай, быстрее. Тепло и уют. Посмотрим на домик. Когда, если подвести черту, скажем так, итоговую по поводу свидания, во-первых, в действительности Адель красивая. Адель непростая девушка.
Да, это не такая девушка, которая влюбится, потому что я такой красивый, вот он, я есть, люби меня, пожалуйста, да? То есть в любом случае эту девушку нужно будет добиваться. В любом случае этой девушке нужно показать, что я сильнее, для того, чтобы эта девушка стала моей. Ти знаєш, складається враження, що Саша собі таку стіну бажань багато, знаєш, хто робить? І в цій стіні бажання було одне з – це дівчинка з обкладинки. Але сам він не вірив в те, що це коли-небудь з ним станеться. Тому що як тільки він це отримав, його рівень самооцінки почав знижуватися на очах. Я б на його місці зараз. Я поводився з гідністю, тому що я отримав те, що я хотів. І я буду приймати ситуацію така, яка вона є. Ти знаєш, дуже часто буває так, ми отримуємо не те, що ми собі очікували, ми починаємо боятися, а чи справдимо ми очікування іншої людини. І ми в цьому страху живемо і робимо дуже багато помилок. Отут би було круто, якби він це зрозумів, усвідомив і сказав, ти знаєш, до такого рівня дівчини я був не готовий точно. Зараз мені потрібно трошки прийти в себе і зрозуміти, ти класна, ти крута, ти мені подобаєшся, але я розумію, що очікував я трохи... Бути трушним. Так. І таким чином ти вже озвучуєш свої страхи, і вони перестають на тебе впливати негативно. Знаєш, це вже такий душевний коннект відбувається, коли ти поділився з людиною своїми переживаннями. Це завжди відкриває одне до одного. Тобто йому треба бути чесним. Перед собою. Перед собою і перед іншою людиною, так. Все просто. Після спілкування мені показалось, що от у нього такі правильні цінності. Да, і мені понравилось. Думаю, молодець. Було уваження до цього чоловіка. Понравилось, що він харизматичний. Потім він постійно улыбався. Я оцінила. Уже є. Мебель. Наша фотка. Ничего себе. Серьезно? Угу. Кто это сделал? Необычно. Да. Непривычно. Согласен. Ну, я себе нравлюсь, по крайней мере. Мне кажется, я красива. Красиво. Я бы сказал, даже очень красиво. Вау. Свечи. Ты сделал? Я их сам руками крутил. У нас сегодня будет первая брачная ночь. Я хотел, действительно, тогда искренне спать на кровати. Мне бы хотелось остаться с ней. Хоть ты мой муж, все равно мы первый день знакомы. И нам надо лучше друг друга узнать, прежде чем переходить к каким-то другим этапам. Для того, чтобы никого не смущать, я пойду на диван. Ты будешь спать здесь. Ну, супер. У меня была возможность остановить Адель, но я этого не сделал. Во-первых, я действительно ее мало знаю. Во-вторых, я понимаю прекрасно то, что мне очень понравилось. И это был какой-то момент желания, возможно, угодить. Только у меня есть один момент. Да. Ты поможешь мне поселить кровь постель, потому что я не люблю больше всего вот эту. Такую галочку для себя поставила, что человек там не стремится, да, как-то себе показать, залезть в постель или еще что-то такого плана, а дал мне время освоиться, подумать, посмотреть на него, оценить надо, но не надо. Проснулся. Диван – огонь. Вот именно огонь. Не огонь, а огонь. Еды-то нет. Надо было что-то делать. Поехал за завтраком. И как бы думаю, надо купить цветы. Я вот заиграла, да, то есть как бы я понимаю, что вот, вот все, мое ощущение, что я хочу этой женщине подарить цветы. Открываю дверь. В порядке, я еще не играл. А там, как, наверное, день назад, там никого нет. Пусто. Думаю так, либо сбежала, либо отлучилась. Но проверил наличие чемоданов. Чемоданы были на месте, меня это успокоило. Привет. Привет. Я проснулась раньше Александра и поехала за своими котами. Смотри, кто у меня есть? Это Оскар. Мне надо было их забрать, потому что они были одни в квартире. И у меня за них ответственность, я их безумно люблю. Это виски. Давайте помогу. Почему виски? Это позывные на яхтинге. Виски, Оскар.
Как приятно, хотя бы поколение. Мне было интересно вообще, как он отреагирует на них. Потому что надо очень с многим мириться, там, с шерстью, да, с криками, какими-то с туалетами. Вот, я считаю, что они должны жить с нами. Люби их. У меня аллергия, правда, но я согласен. Да ладно? Да. Я немного начинаю разговаривать нос, глаза чешутся и все остальное, но я готов был с ним подружиться. Тебе Саша понравился, нет? Ну все, пойди погуляй, я скоро приду. Саша отреагировал на котов очень позитивно. Вот это было неожиданно, честно скажу. Я просто с утра проснулся и думаю, как ничего бы, себе. Поскольку в статусе, да. Да и не без статуса, просто. Спасибо. Было ожидаемо. Мне часто дарят цветы, я люблю огромные-огромные букеты. Но мне часто их дарят много, поэтому иногда не хватает вас. Поэтому если соберутся мне дарить кто-нибудь, кто это слышит, букеты, дарите сразу с вазами. Я могу? Да. Посылайте. Чай, кофе будешь? Кофе с молоком. Решил сделать женщине приятно. Кофе-то есть, нет турки. Где турка? Где кофеварка какая-то? Не знаю. Ладно, сейчас сварю. Значит, чай. Нет, подожди, сейчас сделаем. И, короче, я нашел эмалированную кружку. Господи, зачем я ее взял? Тебе крепкий или нет? Крепкий. Я насыпал кофе, оно все, короче, начало кипеть, сбегать. Короче, все это на плите, на мне. Подожди, не все. Вот теперь все точно. Кружка эта стоит, начинает все это гореть, полотенцем каким-то пытаюсь взять. Было очень забавно. Да, у Саши не сложилось кофе, но, правда, он старался. Когда мне женщина очень нравится, я начинаю просто мочить, начинаю потворить чудеса какие-то непонятные себе. Но хотя это очень мило, мне кажется. Возможно, Саша как-то немножко стесняется и не знает, что делать, чтобы мне понравиться. Давай, мы с тобой... У нас первый день совместной жизни. Я предлагаю договариваться. Начинаю договариваться, как мы будем жить дальше. Я предложил Адель за завтраком озвучить свои правила жизни. Слушай, для меня тоже очень важно озвучить правила. Это какой-то базовый ресурс, от которого вы отталкиваетесь. Сделаем так, слушай. Тебе не нравится? Тебе мне... Не, мне тепло пока. Мне хорошо. Думаешь? Да, мне тепло. Тебе очень тепло. Опять бабушка ставил, нет, извините. Я первую захотел озвучить правила. Давай, жги. Правило звучит так. Влейся в мое окружение и семью. Угу. Для меня очень важно, чтобы мужчина приводил меня в свое окружение, не скрывал. Для меня было очень важно, чтобы девушка могла уметь себя, знаешь, не то что вести, даже преподнести, то есть, да, в определенной компании. Мое дело в приоритете. Это мое детище, это мое дело. И с каждым днем оно будет становиться больше и больше развиваться. Часто бывает там, вот почему ты много работаешь, а потом следующий вопрос, а почему ты меня там, мы не можем себе это купить? Я достаточно рациональный человек в этом плане. Если нужно вложить в оборудование, в клинику, в развитие, я буду вкладывать. Но мне, как женщине, не совсем приятно, потому что, конечно, хотелось бы там, что кружили. Теперь твои правила. Я теперь можно буду не соглашаться? Нет. Прошу. Так. Мне было интересно услышать ее правила. Саша. Та-дам! Я уже 15 лет в модельном бизнесе. Съемки ты уже видел, журналы я тебе показывал. В целом где-то примерно будет так же. Как ты на это реагируешь? По поводу съемок плейбоя. Что тебя тревожит в этом вопросе? Я с такой ситуацией сталкиваюсь первый раз, что мою женщину будут видеть обнаженной. Ну, то есть это будет как демонстративно на показ, знаешь. Я против фотосессии ню, потому что моя супруга, мать моих детей, фотосессии ню, для меня это немножко несовместимая вещь. Не говорю, что нужно забивать на себя, смотреть только пеленки, тряпки, кухни и все остальное. Нет. Это должно быть как-то в разрезе уже семейной жизни. И, ну куда это, типа? Ну это не совсем правильно. Но с другой стороны, я ничего нового не покажу. Уже как бы да. И скажем так, меня это будет мотивировать сделать все для того, чтобы это больше не повторилось, возможно. Чтобы это осталось со мной. Как бы ты, я имею в виду. То есть я правильно тебя поняла, что моя работа может перейти в разряд хобби больше? Я думаю, что договориться мы сможем.
Но это будет зависеть от меня. Блин, давай дальше. Я самая дорогая для тебя женщина. Что это означает? Да тут и так все понятно, слушайте. Ну... Мне хотелось бы, чтобы ты меня считал принцесской какой-то, баловал меня. Что для тебя баловать? Чтоб ты как-то меня обеспечивал, какие-то подарочки были. То есть для меня это важно, мне бы это очень хотелось. Хотелось бы быть вот такой прям королевой. Несите мне все, дарите все. Сумки, духи, сладости, одежда. Да что угодно. Все, что можно купить. Можно отправить моих родителей вместе со мной отдыхать. То есть ты сможешь, во-первых, помочь с поездкой? Нет. Хорошо. А если с друзьями? С друзьями? Да. Вообще я не отпустил бы, на самом деле. Ты настолько не доверяешь своей женщине, что доверие. Я не отпускаю. Я же не кошелек, с которого просто доставать бабки и давать просто на подружек, на всю эту канитель. И подружки будут разные абсолютно. Поэтому нужно еще познакомиться. Поняла твою позицию. Я не люблю жадных мужчин. Был такой мультик с Крючком Макдак. Помните? Вот у меня жадные мужчины, сразу ассоциация с этим мультиком. Когда копим, непонятно куда. Я такого мужчину не хочу. Я понимаю это правило не полностью. Не полностью в плане вот этих финансирования поездок к подругам и все остальное. Нет. Мы разобрались с правилами и поехали в магазин. Когда с Александром мы приехали в магазин, мы решили посмотреть, кто что положил в конвертике. У нас есть два конверта с тобой. Мы не будем обсуждать, сколько у тебя денег. Мне это особо не интересно. И мои деньги я могу забрать себе. Мне это безумно понравилось. Хорошо. Здесь у нас 15 тысяч. Я думаю, нам хватит на покушать на неделю, да? Не знаю. Он всего положил 15 на неделю. Может, это жадный человек, может, он хочет меня проверить. Если не знаешь, то значит, еще доберу. Ну, наверное, если не хватит, тогда хватит моих... Да хватит, я тебе честно говорю, хватит. Тебе что, даже совсем не интересно? Но я хочу обозначить все равно, чтобы давай, ты знал. Давай, хорошо, обозначай. 8500. Хорошо. Хорошо, я думаю, нам на неделю с таким успехом хватит. Для меня был момент приятен то, что Адель положила вообще деньги в конверт. Мне хотелось его проверить, будет ли он мне в чем-то отказывать или нет. Я сказала, что хочу и вот это, и вот это. Забираем все. Ну, я бы еще салями взяла какую-нибудь. Салями? Угу. Можем еще и икры взять. Вот так вот. Много чего загребалось, как бы. Давай это, давай то. Александра я видела... Был не в восторге, по-моему. Да. Так, давай хамон возьмем. Чем тут много? Видно было, что он уже такой на пределе. Наверное, надо уже еще одну тележку взять. Я считаю, что к этому просто нужно было подходить более рационально в плане списка, потому что голодные глаза берут все. Слушай, может, мы мое для себя возьмем один? Нет. Почему? Ну, потому что он очень раскрученный, и толку никакого от него. Когда я взяла дорогое шампанское, Саша такой... Зачем ты взяла, типа, это шампанское? Потому что оно не стоит тех денег. Все, когда коктейли идет, это самое обычное, на самом деле. Ну, я сказала, что я хочу конкретно это. Мне оно нравится, и это для нас. Я одну возьму. Ну, он так, сначала не сильно довольный, потом сказал, ну, хорошо. Слушай, вы свадьбу с тобой гуляли? Мне кажется, что вы на свадьбе. Заодно я отметила. Девочки пьют много, больше, чем мальчики. Ну, в общем, поведение Саши немножко странное. Может, он просто жадный. Все мне сюда. Это сюда. Это полчаса ленты это ехала уже, просто переезжала. И мы просто эти продукты, это кассирша бедная, смотрю, покраснела уже, у нее испарина появилась, она уже эти продукты перевозит. 13 848 гривен 200 копеек. По-моему, около 13-14 тысяч. 13 840. Он немножко в шоке был с этого. Он понимал, что, наверное, со мной мы будем вылазить с бюджета уже на вторые сутки, как минимум. Адель дуже часто дарували подарунки. Угу. І вона звикла отримувати цю любов і захват через подарунки і матеріальні статки. І якщо чоловік не скупиться на все, що вона хоче, значить, вона йому подобається. Він прийшов в тест.
Але є один нюанс. Для подібних чоловіків це нічого не вартує. Тобто вони можуть одній дівчині так проявляти увагу, другій, десятій, і це не являється чимось винятковим. Вони її не виділяють з-поміж інших людей. А зараз перед нею зовсім інший чоловік, який прийшов заради побудови стосунків, який хоче собі сім'ю, але вона взагалі не зважає на його почуття, вона нічого не запитує, вона, знаєш, мандрує звичним шляхом. Вона і є дівчина з обкладинки зараз. Тобто Беземоційна, так, холодна? Так. Зазвичай такі стосунки не переходять в сімейне щасливе життя. А навіть якщо це і відбувається, то чоловік отримав свій трофей, і жінка може стати йому вже нецікавою. І він готовий вже полювати на інший другу цікавий трофей. І дуже часто жінки опиняються без статків, без нічого на вулиці. Тому потрібно тут глибинно Адель визначитися. Або вона хоче собі перспективного чоловіка, який дійсно буде її любити, не тому що вона обкладинка плейбой, а за її цінності, за її риси, за те, яка вона людина, просто так, безумовно. Або ж все-таки вона хоче бути на оцих поверхневих етапах стосунків з чоловіками, і це її задовольняє. Адель попросила заїхати в магазин одежди. Магазин не з самих дешевих. Я вирішила в очередной раз перевірити Олександра. Померила пару вещей, там одну, вторую, третю. Думаю, ну как же вона зреагує? Вихожу, показую йому, говорю, ну как? Но что-то в нем не так. Вроде бы как. Или нет, или да. Как тебе, розовый? Нет. Нет? Мне не нравится. Почему? Мне не нравятся эти рюшки, как они называются, гофре. Смотрю, он вообще никак инициативы никакой не проявляет. Единственное, спрашиваю цену. Изделие стоит 13 500. Я понял, ага. Никак не реагирует, ну, в смысле, в плане купить, подарить тебе, ничего не говорит. Потом я ему подсела и уже думаю, прямым текстом спрошу. Берем, не берем с нашего общего бюджета? Смотри, у нас по 100 тысяч. Ну, вообще, как бы, вещи прикольные, мне хотелось бы их взять. Если мы ничего не потратили бы на продукты, то я бы купил бы платье без вопроса. То есть деньги потрачены были бы на платье Адель. Хотел бы, чтобы мы справились в лимитах нашего бюджета. Попытались справиться, хорошо? И вот эта возможность лимита проверить, может ли прожить супруга с тобой и в горе, и в радости, как таковой. Ну, мне, конечно, нравится, когда дарят подарки. Ну, это нормально, мне кажется, каждой девочке нравится. Мне всегда все покупали, одевали, у меня хорошие мужчины были. А, вот, я никогда с таким не сталкивалась, собственно. Мне нужен человек, который вот моя родная душа, который меня всегда поддержит, а не просто рядом со мной развлечение либо украшение. Переодевайся. Ага. Сегодня пока что будет так. Ну, а ты безумно красивая. Да, спасибо. И тебе эти вещи очень идут. Но, может быть, для нее это было как-то непривычно. Что мужчина, ну, грубо говоря, там сказал, да, что нет, мы не купим это платье. По факту, вот это и есть момент уважения к труду и уважения к деньгам. К тем, которые я зарабатываю. Я зарабатываю, чтобы их тратить, да, но не разбрасываться ими. Когда мы приехали домой, день был такой насыщенный, эмоциональный. Мы очень устали. Мы приготовили какой-то легкий ужин. Мне хотелось бы провести этот вечер достаточно по-семейному. И я затронул тему кровати. Адель, но прости, конечно, что я к тебе переберусь. Ну, к тебе как? В комнату нашу общую, по факту. Но мы будем спать под разными одеялами, чтобы ты ко мне не приставала. Пока так. Не знаю, я еще не готова. Тебя плохо знаю. Адель, у нас, во-первых, у тебя кольцо на пальце. Во-вторых, у нас всего 7 дней. В-третьих, я твой муж, который спит на диване. Говорю, ты видишь, какая ситуация получилась? Я же даже коты спят на кровати. То есть у нас конфликтная ситуация? Нет. Нет? Мы ее решили. Как мы ее решили, Саш? Я считаю, что если ты поспишь на диване пару дней, ничего с тобой не случится. Был момент в том, что я хотел просто, чтобы человек поинтересовался, комфортно ли мне. Я себе тоже знаю цену, я себя тоже уважаю. Оказывается, она так разговаривает, мне это абсолютно не нравится. Ты мне говоришь, типа, чудак, я хожу в этот туалет, а ты пойди на улицу.
Потому что на улице, ну типа, блин, пару дней помучиться ради меня. Так как минимум, по отношению ко мне, так минимум неуважительно. Если я к тебе проявляю уважение, я прошу, чтобы ты проявляла ко мне уважение. Ты не настолько мягкий, насколько кажусь. Я не тот там кот, на котором можно против шерсти гладить, и будет все типа ок. Значит, мы можем просто поменяться с тобой. Ты поспишь здесь день, и дальше реши сама. Ты меня сгоняешь просто на диван. Если мне некомфортно, то и тебе будет некомфортно. Мне это тоже очень сильно не понравилось. У меня это впервые такое. У меня никогда такого опыта не было. Я, честно говоря, даже немножко растерялась в этом. Ладно, предложение. Если я сегодня посплю на диване, пойду на компромисс. Завтра я сплю в постели? Да, потом меняемся обратно. В общем, то, что он нарабатывал в первый день, это просто все перечеркнулось и стало по-другому. Слушай. Саша пришел, как ни в чем не бывало, сел ко мне. Смягчить это все, это чтобы загладить каким-то образом. До свидания. Я чуть-чуть подожди, что ты с головой накрываешься. Как с 13 лет, сколько надо сделать? Ну, такое. Прийти в леди помощи дополнительно? Или я могу себе забрать? Себя укрой. Просто себя укрой. Это... Ты как ты говоришь? У тебя шикарная кровать. Чего ты здесь сидишь? Тебе же здесь плохо. Я сейчас негативно настроена, я бы поговорила утром. Что? Я негативно настроена, я бы поговорила утром. Мне надо было еще подумать над тем, что произошло. В какой-то момент я ощутил то, что мне не хватает заинтересованности, да, то есть женщины во мне. Саша вирішив показати зуби. Угу. Насправді, я тобі хочу сказати, що його поведінка досить нещира. Тому що зараз ми бачимо, що він готовий до певної межі грати роль гарного хлопчика. Але якщо все йде не по плану і він не отримує нічого у відповідь, угу, він каже «ні», буде по-моєму і переходить до активних дій. Нетерплячий. Нещирий, я б сказала. Нещирий і нетерплячий. Вони, по факту, обоє дуже сильно співпадають на цьому. Адель грає свою певну роль, з якою вона вже звиклася, і мені здається, що це частина вже її особистості. Саша грає свою. І взагалі, що це за історія? Завжди треба спати разом. І мене дратує, що зараз у Олександра на першому місці ліжко. Якщо дівчатам потрібно підтвердження власної значимості через подарунки, ну, як в цьому випадку, не всім, але як Адель, так? Це дуже розповсюджена річ. Я з цим не згоден, але я згоден з тим, що це постійна історія така, яка завжди ми отримуємо і на наші передачі. Добре, а розшифруй, а от чому чоловіки вважають свою, ну, мірою значимості і своєї самооцінки, вважають, чим швидше вони вкладуть жінку у ліжко, тим вони Це не впевненість в собі. Можливо, тому що ви там з маленьких років міряються, знаєш, скільки було дівчат, як швидко. Це така конкуренція між чоловіками. На власному досвіді я тобі говорю, що хлопчики більш пліткарі, більш не впевнені в собі, чим жінки. Питання у власній самооцінці. Коли ти проживаєш більше років, ти більше стикаєшся з ситуаціями, які тебе ранять, угу, і ще більше переконують в тому, що з тобою щось не так. Коли ти не пропрацював це, і коли ти далі нічого своєю самооцінкою не робиш. Мені дуже цікаво, чи зможуть вони вирівняти цю ситуацію. Я проснулась, конечно, у меня болел и правый бок, и левый бок. Было ужасно неудобно, на самом деле, спать. Класс, спалось, я просыпался, кстати. Просто Оскар. Я просто поднимаю глаза, а Оскар сидит вот так вот просто. Так, ноги расставил, так лапу положил, такой типа... Типа, чувак, ты не наш хозяин. Надо было, наверное, додавить Сашу и, может, даже вывесить белый флаг, но остаться, отвоевать свою кровать. Саш, привет. Доброе утро. Как спалось тебе? Давай лучше на твоей шикарной кровати. Как тебе спалось? Мне плохо. Она обжита очень хорошо. Кстати, у тебя коты очень воспитанные.
Честно говоря, у меня настроение было не очень, но он такой уже успокоился, снова такой божий одуванчик стал. Кофе будешь? Буду. Понимаешь, что война войной, а завтрак по расписанию в любом случае. Расскажи про свое идеальное утро в отношениях. Ой, Саш, мне бы очень хотелось спаться где-то во Франции. В отеле и заказывать завтрак в номер. Я в этом идеальном утре не нашел отношений. Мужчину, который был бы рядом. Адель, я тебя спрашивал по поводу взаимоотношений. Да, вот в отношениях ты просыпаешься, ты не одна. Угу. У вас уже несколько. Как ты представляешь себе твое идеальное утро со своим мужем? Ой, ну мне бы очень хотелось, чтобы мой муж делал мне кофе в постель. Как минимум. Не знаю, тебе нужен бармен, официант. В одном лице? В одном лице, да. Неплохо. Знаешь, спонсор, курьер. Мое утро идеально другое. Маленькая девочка, которая подбегает, запрыгивает на кровать и говорят, что пора вставить, потому что завтрак уже готов. И вы с семьей, это выходной день, но это кухня уютная, на которой мы просто разговариваем о том, что мы поедем, там, например, в аквапарк. И дети такие, да, класс, аквапарк, типа, и все. И мы едем просто висеть с семьей, вот тусячить, просто кататься. Почему крутится все вокруг финансов? Да, и, ну, большая часть, скажем так, разговора. Потому что мы не говорим о моральностях, мы не говорим о душевности какой-то, да. Было правило у меня в лесе, мою семью, мое окружение. Вечером мы решили сделать, устроить вечеринку для друзей, чтобы к нам пришли друзья, с которыми мы познакомимся, пообщаемся и посмотреть, как себя кто будет вести в какой компании. Мы быстро все нарезали, накрошили, расставили посуду, там сделали быстренько, наклеили такую полянку. Я понимала, что придут мои друзья, и еды надо больше. Я привыкла на столах видеть все. Быстрее меня замуж вышла. Мне хотелось посмотреть на его друзей, что они себе представляют, как я им понравлюсь, не понравлюсь, что они будут говорить на какие-то вопросы. И я еще пригласила свою подружку. Ребят, я предлагаю выпить. Да, давай. Выпить за мою супругу, столь прекрасную, красивую и за те моменты, которые... На которые хочется тратиться. Ну, тебе она понравилась? Ну, конечно. Не получил ответ 100%, да, по поводу того, что нравлюсь я или нет. Или нет, как, да, на 100%. У меня такая нетерплячка такая, да, хочется вот... Блин, как, нравлюсь. Может, ты пугаешь ее этим? Конечно. Конечно, пугаю. Я прекрасно понимаю, что это пугает, наоборот. Потому что она поэтому так и реагирует, и тебя отстраняет. Поэтому я очень тактильный человек. Мне бы хотелось бы обнять, допустим, там, да, прикоснуться, там, подержать за руку или что еще. И как бы резкого какого-то отпора я не ощущаю. То есть там, что вот прям все не трогай меня. Такого нет. Но сама она не проявляет инициативу. Мне бы хотелось бы больше инициативности в плане тактильности от Адель. Тебе хватает семейного бюджета? Ну, пошли в магазин. Ему все понравилось на мне, но он ничего не купил. А ты почему одежду я не покупаешь, а? Хотели бы уже на мне какое-то платье новое увидеть. Начала язвить по поводу, а почему же ты не купил это белое платье, девочки? Ну, как всегда, в общем-то, все. Но в том, что есть момент... Адель, я тебе объяснял, что ты... Ну, мне интересно. Я тебя спрашивала. Я видела, что ему... Было неприятно просто эта ситуация. Ты же понимаешь, что все ее предыдущие отношения, там никто не жалел на нее ничего. Слушайте, ребят, у них предыдущие отношения 15... это то, что было до меня. Но она же твоя жена. Близкая подруга Адель, думаю, не очень понравилась. Осуждающие сразу же какие-то давать комментарии, но это не совсем для меня. Я хочу, чтобы женщина моя, да, бывают разные периоды в жизни. Бывает, когда есть деньги, бывает, когда нет денег. Такое Саша, бывает. Ну, у тебя же сейчас есть возможность сделать это. Они же есть сейчас деньги. Ребят,
Тоня, у них было 15 тысяч на всю неделю. Но Адель это знала. Можно купить одежду. Да, если бы они потратили 2-3 тысячи в магазине, он бы ей отдал все бабки на земле, которые остались в лимите. Но она уже потратила время, она была в этом магазине. Ты представляешь ее желание, как ей хотелось это платье? То есть она просто почувствовала себя никем. Она померила, одела и сняла. Это ненормально. Мне кажется, что мужчина, который не делает жесты в период ухаживания, в дальнейшем от него тоже ждать ничего не стоит. Я не являюсь спонсором, а купи мне это, купи мне этого. Нет, я мужчина. Да, мне кажется, мужчина должен все равно стремиться как-то радовать свою женщину, баловать. Я думаю, у тебя есть возможность. И мне было в один момент неприятно это все. И почему крутится все вокруг финансов? Це схоже на помсту. Саша не згодився купувати їй сукні в магазині, і вона вирішила при всіх вивести його на емоції. Він дуже некоректної ситуації зараз. Це неповага до нього. Я не розумію, чому та сама ситуація, коли він не купував їй сукню, призвела до таких наслідків. Для неї це ознака, що вона не подобається. А вона не може сприйняти в силу своєї завищеної самооцінки, що вона може комусь не подобатися. І їй потрібно людину змести з п'єдесталу, розумієш? Щоб не відчувати цього про себе, їй потрібно його знищити. Вона це зробила. Тому що вона має подобатися всім. Як це? Ти мені не хочеш дарувати? Ти мене не любиш? Я тобі не подобаюсь? Ну я тобі покажу. Людина, в якої завищена самооцінка, вона ніколи не думає про те, що в неї може бути щось не так. Взагалі, винуваті завжди оточуючі. Мені цікаво, звідки береться завищена самооцінка? Взагалі, я вважаю, що такі люди, їх набагато менше, ніж людей з заниженою самооцінкою, вони витісняють реальність. Це може бути наслідком травми якоїсь в дитинстві. Коли, наприклад, батьки були досить холодними і не приділяли увагу. В когось пішов перекос в занижену самооцінку, я поганий, тому що мене не люблять. А в когось пішов перекос в завищену самооцінку. Я такий класний, мене будуть любити всі, такого неможливо. Решили немножко посмотреть на реакцию Александра. Мы оделись в костюмчики плейбоя. Ой-ой-ой! Вот это поворот! Как вам наши наряды? Я ощутил удивление, потому что, ну, как бы... Мы нормально стоим, отдыхаем с друзьями, бах, полетели просто сразу же в космос. Интерактивчик начался какой-то, перформанс. Такие достаточно, ну не то что откровенные, но с такой, да, ноткой пикантной есть. Это было сделано для многого. Первое, конечно, посмотреть на реакцию Саши. В кругу друзей будет ему стыдно, не стыдно, потому что стоят его друзья. Выглядите превосходно. Моя супруга в этом костюме, кости, пушки, типа как сеточка, колготки и все остальное. Ну это типа, блин. Расскажите, к чему наряд? Столь праздничный. Ну, мы решили тебя порадовать. Вот моя подруга поддержала в этом вопросе. Показать, как я обычно выгляжу на своих ивентах. Мне кажется, что Саша отреагировал не совсем хорошо, но не показал это. Ему в какой-то момент даже немножко стыдно стало, что у него вот такая жена. Саш, ты не будешь соревновать Адель, если она вот в таком виде работает? Да. Я говорил Адель о том, что... Я буду против. Что? Ты будешь против? Фотосессии не будет. Мне кажется, друзья не против. А вы знаете, что я нее снимаюсь? Как вам? Я заявила, что я модель мужских журналов, топ сразу и друзья, и Саша понял, что это не шутки. Нормально. Я фотосессии не буду, я буду против. Почему? Потому что я буду против. Что конкретно тебя в этом смущает? Что будет смотреть? Посмотри, если дети там увидят, да, вот я продолжу. Голые. Так она уже эти голые фотографии, они как бы уже есть. А девочка с мальчиком, вроде это как с его стороны пришли, они начали меня поддерживать. Так быстро влилась уже в компашку, все уже начинают за нее тащить. О, я ничего не покажу, как бы все равно. Послушай, ну хорошо, окей. Вуайеристы тоже не показывают в парках ничего нового. Они не показывают в парках ничего красивого. Ну, в отличие от Адель. Вот. У меня подойти к любви, потом или что? Я буду ревновать, мне будет неприятно. Для меня моя супруга и мать моей детей, я еще раз повторюсь, для меня это важно. Не совсем гармонично будет смотреться с моделью ню. Я остался при своих, они остаются при своих. Ну, ему неприемлемо это. Играешь что-то, нужно дать что-то. А что ты можешь дать мне?
Если ты даже платье ей не покупаешь, которое ей нравится. Тоня, ты стоишь красавицей? Мне кажется, это платье Тоня хочет даже больше, чем модель. Просто так часто об этом говорит. По поводу платья, извини, да, извини, давай. Пожалуйста, смотри, ну как бы я все понимаю, что ты меня проверяешь там за эту неделю, но как бы у тебя же есть возможность, и ты мог там не купить на самом деле. Да, мог, конечно. Да, ну понятно. Потому что ты уважала меня, мой труд и мои деньги. Так я уважаю твой труд, твои деньги. Да, поэтому мы потратили 14 тысяч в магазине, а потом ты говоришь мне, а вот на оставшуюся 1000 давай мы купим за 15 еще платье. Правильно по логике вещей? Ну, прости, за 10. Не принципиально, мне цена не важна была. Он 1000 мне пожалел. Он говорит, у меня есть 1000, я как бы нет, но мы сегодня ничего не возьмем. В смысле? Ты не перекручивай, пожалуйста. Мне кажется, ему это очень сильно не понравилось и, может, как-то ударило по самооценке. Адель, я тебе сейчас... Он прям сбурлил, это было видно, и он уже еще чуть-чуть, и он просто сорвался, мне кажется. То есть непонимание, может быть, даже какое-то незащитное недоверие, там, да. Там, слышишь, ну, типа, давай успокоимся, давай сядем поговорим. Ты что, если сделаешь, блин, ну... А что? А этот вечер показал, что у нас есть действительно проблемы, которые надо решать, и они откладывают действительно отпечаток на наши отношения, которые есть, будут или не будут. И я задумалась, стоит ли вообще их тянуть, эти отношения. Ну вот мы застряли. Мы застряли и ни туда, ни сюда, и мы не знали, как двигаться дальше. Поэтому мы вывесили белый флаг совместно, чтобы разрешить или закончить эти отношения. Привіт, Адель, привіт, Саша. Здравствуйте. Ви вивісили білий прапор? Так. Да. Це було обоюдне рішення вивісити, тому що у нас є вопрос з зближенням. Є просто момент закритості. Адель говорила несколько раз, що нам не нравится. То есть, как бы хочется не игру в одни ворота, а как-то двустороннюю какую-то связь. Тобто ти зараз говориш про те, що Адель не відповідає тобі взаємністю. Не говорит об этом. Ну, то есть, да, пусть будет так. И его это больше беспокоит. Не меня это беспокоит, а его скорее это больше задевает. А как в тебе зазвичай складываются стосунки за нашему проекту? Были отношения, которые достаточно для меня болезненно закончились. Сколько они тривали? 5 лет. Вместе учились. Угу. Вместе в университете. Я писал стихи. Я создавал какие-то романтические ситуации. Я ехал в ночь, в дождь, ехал просто с 2 гривнами в кармане, покупался какие-то деньги, цветы, и обратно не было денег на обратную дорогу. Вот та ситуация, которая происходила в моей жизни, она стала очень большой отпечаток на всю мою жизнь. У меня был доступ к ее соцсети. И я просто увидел, что она отправила кому-то свою фотографию. Я просто посмотрел страничку. Ну, запомнил, соответственно, да, фотопортрет этого молодого человека. Сел во дворе в соседнем, напротив, и смотрел, наблюдал за подъездом. Пождал где-то час, наверное, полтора. И увидел, что выходит парень этот, потом она. Ну, как бы и все. Мы расстались, да, из-за измены. Это, ну, врагу не пожелаешь. Это очень нехорошая история, которая откладывает действительно на людях отпечаток. И вот вроде ты же забыл, и все, а вот сколько лет она с ним, эта ситуация. То есть после этого ты даже не проявлял инициативу для того, чтобы понять, что происходит? Ты ей не писал и не телефонировал? Она была в других отношениях. Ну и мне было в то время больно разговаривать о чем-либо, я не мог с ней разговаривать. Эта ситуация со мной уже много лет, да. Поэтому я просто хотел рассказать это даже для того, чтобы просто освободиться до конца от этого всего. И в какой-то момент, когда я не вижу, вот почему говорю, игра в одни ворота, потому что когда я не вижу отдачи, я просто тоже прекращаю какие-либо действия. Тобі потрібні докази того, що ти подобаєшся. Це як після сексу запитати, тобі сподобалось? От бачиш, бачиш? От видиш? А уяви, що це те саме. Ви трошки наслідки залишились. Наслідки в тому, що як тільки дівчина не реагує одразу позитивно на твої дії, в тебе вмикається інший механізм. Все, пока. І ти так. Ти говориш собі, так, якщо зі слова «привіт», вона не моя, мені не цікаво. Коли ти слышиш таку інформацію, да, яка різниця з твоєю в твоїй голові общеприйнятої інформації, это, ну, это достаточно сложно. Нужно впитать это все, подумать. Мне, скажу честно, мне сейчас неприятно, но безумно интересно. Ты насправді готовий йти на стосунки тільки в тому випадку, коли в тебе буде 100% так. А інакше ти до них не готовий.
Да, я об этом тоже задумался, и, возможно, так оно и есть. Я боюсь, что мне сделают больно так же, как было тогда. Ти будеш боятися, і це норма. Тому що ти отримав досвід негативний, тепер тобі потрібно дати собі зрозуміти, що буває і позитивний досвід в цьому контексті. Коли ти розумієш, що дівчина тобі подобається, що ти закохуєшся, ти виключаєш оцю оцінку того, а як буде потім. Тому дій і не думай, чи оцінить вона твої старання, чи ні. Я думаю, тільки так в тебе складуться стосунки. Зрозумів? Я понимал, что Ирина права, да, то, что она говорила, что действительно нужно в какой-то момент успокоиться и прислушаться к себе, как минимум, да, и прислушаться к тому человеку, который с тобой разговаривает, который находится рядом с тобой и находится в поле твоей симпатии. Моя порада. Мені здається, найпривабливіше для жінки чоловікові – це терпеливий чоловік. Мне надо больше времени, чтобы познакомиться с человеком. Для меня 3 дня – это слишком маленький срок. А як в тебе зазвичай складаються стосунки? З першим була знайома 8 місяців, потім зі вторим 4 місяці. Перш ніж я поняла, що мені чоловік подобається. І у нас перейшли відносини на новий рівень. Тобто ти з тих дівчат, які довго приглядаються, да, перш ніж піти на зближення? Так. Да. Мені нет любви з першого взгляду, такого ніколи не було. Наблюдаю за чоловіком, даю час йому проявитися, вот, а потім приймаю для себе якісь рішення. Знаєш, я так дивлюсь на тебе, у мене складається враження, що ти якось побоюєшся підпускати до себе людей. Ти одна в сім'ї? У мене є брат, я з ним росла. А брат старший? Старший, на 12 років. Я з понеділька по п'ятницю була з братом, а вихідні з родителями. Вони чекай, як це? З понеділка по п'ятницю взагалі батьки не приходили? Ну, він відводив мене в садик, забирав мене з садика, займався, в принципі, брат мною. А де батьки були? Работали. Оця холодність твоя – це оця закритість емоційна. Це механізм з дитинства 5/2. І ти тільки налаштуєшся на те, що ось мама, тато, ось емоції, ось ми разом, ось ми там одне одного погладимо, ми пообіймаємося. І все, день закінчився, тут... понеділок. Так. Начебто ти боїшся звикнути до гарного, а потім завтра заберуть, і ти не будеш знати, що з цим робити. І в тебе в стосунках повторюється той самий механізм. Ти довго обираєш, довго вагаєшся, потім ти йдеш, робиш крок назустріч, йдеш в стосунки, і знову батьки йдуть, і чоловік йде, і коханий йде, і ти залишаєшся знову сама, приводиш себе до тями, відходиш від цієї ситуації. И снова идешь в нові стосунки. Вот так и есть. У меня существует проблема, хотя я не видела в этом никакой проблемы. Всю жизнь так жила, и меня все устраивало. У меня были достаточно холодные родители, но не за то, что холодные, а за то, что очень много работали. Папа был фотографом, но очень удачным. У нас было все. Была машина Mercedes, представь, у мамы BMW. Потом, когда мне вот примерно было, наверное, лет 11, они очень сильно разорились. В 90-х многих кто разорялся, тогда появились другие фотоаппараты, новые технологии, и папина фотография на тот момент никому не нужна была. Когда есть все, потом не хватает денег на еду, это сложно как бы. Но в 13 лет, я помню, упала случайно через конкурс «Модельный бизнес», и меня заметили, и появился контракт с предложением улететь в Китай. Это был вариант, как вырваться с этого всего. Мне кажется, что в тебе страх с дитинства, что могут настать тяжкие часы. И тому для тебя важно, чтобы человек постоянно показывал свои статки. Это тебя успокоит. Я осознал на один момент, что мы действительно вроде мы с тобой о чем-то говорим вообще, да? Ну, ни о чем. Ну, вообще ни о чем. Потому что очень важный момент, и я осознал по поводу того, что я думаю, вот меркантильно, думаю, постоянно про обеспеченность говорила, а про обеспеченность, 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 про деньги. Вот все, бабки, бабки, бабки. Нет, это диктовано жизненным опытом. Слышал историю про родителей, которая перекликалась со мной. Тоже у родителей когда-то не было денег. Вообще не было денег. И у ее родителей такая же ситуация была. Я понимаю, что для меня поэтому обеспеченность тоже важна. Для себя ответов много на вопрос нашел, я имею в плане того, что ты проговорил на самом деле. Є дві людини. Ти готовий бачити привіт в перші 5 хвилин знайомства. Якщо ти не бачиш в очах цей привіт, ти далі не дієш. Адель потрібно 8 місяців. Питання, як це поєднати? Вона через 8 місяців готова цей привіт показати, а ти готовий його чекати 5 хвилин.
І тут таке питання. Чи готова Адель здвинути свої рамки хоча б до місяця? І чи готовий ти з 5 хвилин також прийти до місяця? І тоді це щось відбувається. Ви готові діяти, але вже з поправками? Да. Я? Да. Во мне после разговора, да, во мне много чего щелкнуло. Хотелось посидеть и подумать просто над тем, что проговорили, проанализировать это все, переварить это все в своей голове. У вас есть 3 дня, чтобы что-то изменить. Чи скористатися шансом? Чи все ж таки залишитися при своєму? Этот вечер был настолько эмоционально тяжелый для меня, но показательный. Он открыл глаза на некоторые вещи, над которыми мне действительно стоит поработать, потому что они портят мне жизнь и жизнь окружающих. У нас было хорошее утро, мы готовили завтрак, говорили, шутили. Мне кажется, что Адель стала теплеть и подпускать меня к себе. Я поняла, что раз я приняла решение работать над отношениями, у меня был еще один козырь в рукаве. Я собралась, не говорила Саше, что я для него приготовила. Мы приехали на аэродром. Саш, я хочу подарить тебе впечатление. Надеюсь, тебе очень понравится. Это полет на самолете. Экстремальный полет на самолете. Вы будете делать всякие классные выкрутасы. Надеюсь, ты выдержишь. Крепись, брат! Полет. Ух, да. Мне захотелось своему мужчине подарить такой подарок, который останется в его сердце. Мне такого подарок никто не делал. Саш, для меня важно впечатление в отношениях. И я своим примером показываю, как бы я хотела, чтобы ты ко мне относился и делал маленькие сюрпризы иногда. Креативненько подходил маленький к вопросу. Маленький в виде самолета. Материальные вещи – это, конечно, все здорово, но без эмоций очень сложно жить. Все становится пресным и неинтересным. Ни пуха, ни пера. Давай, я в тебя верю. С Богом. С Богом. Да. Я понимал, что это будет не просто полет на самолетике. Это была четко целенаправленная стрессовая адреналиновая ситуация, такая прям, которая возьмет. Возьмет и встряхнет. Кажется, ему очень страшно будет. Блин. Боже. Ты сидишь в кабине самолета, да, за пилотом. У тебя те же приборы. У тебя там какие-то средства связи. И пилот такой ненавязчивый, он такой берет просто и мотор так. А слышно, как двигатель выключается? Смотри сейчас. Я бы потеряла сознание, точно. И типа подглох. И ты такой сидишь? Классно. Я думаю, он меня ненавидит. Смотри. О боже, я не знала, что будут такие виражи. И у тебя просто адреналин, да, захлебывал тебя адреналин, эмоции, все эти моменты. Капец, как стрёмно. И это прям страшно просто в какой-то момент. Если честно, я уже начала переживать и думаю, боже, в мире столько всяких впечатлений и подарков, почему я купила именно этот? Саша, ну что? Когда я приземлился, я потрогал землю. А потом, слушай, я всех увидел, что я здесь, я стою. Ты живой! Я живой! Ты живой! Веселый, такой задорный, глаза блестели. Ну, я смотрела и увидела, что ему очень понравилось. Как? Расскажи мне. Спасибо тебе. Что самое страшное? Да, в какой-то момент просто вот делать так, сейчас что-то там, непонятно что, потом делать так, и на мотор такой. Я остановлюсь. Так, это сердце или мотор? Просто что остановилось первым? Ты хочешь на второй круг пойти? На второй круг? Я решила пошутить на свою голову. А Саша такой, да, я уже вот заправляю самолет, только лететь будешь ты.
Шутка? Нет, не шутка. Нет, я не пойду. Пойдешь? Нет. Я уже заплатил. Нет, я не пойду. Я тебя не спрашиваю. Ты спросила, это эмоция. Я не пойду. Один-один, я же тебе сказал. С одной стороны, мне хотелось полететь на самолете до того, как я увидела, как он в небе летал. Такая... Как? У нее начинают слезы накатываться на глаза. Начинает говорить о том, что она боится, она о том, что она переживает. И как бы для меня это было прям... Ну вот я понял, что я попал тогда, вот я попал тоже в точку. С другой стороны, я взяла себя в руки и поняла, что я больше хочу полететь на этом самолете, чем не хочу. И я думаю, ну ладно, будь что будет, поэтому я села. Ну вот сейчас будет штопор, кажется. Он глушит мотор, видите? Сейчас будет падать. Он просто переворачивается и падает бочка вниз. Вот это было самое страшное, потому что ты видишь землю, как ни странно, ты ее видишь, и ты видишь, с какой скоростью она приближается. А когда ты стоишь снизу, ты начинаешь бояться за того человека, который находится там. Потому что непонятно в этой ситуации, падает самолет или реально это маневр. Там адреналин на самом деле фигачит. Чего я? Идите. Забирай. Осторожно. Когда я снимал с крыла, то есть когда вот я первый раз не прикоснулся, да, это был этот момент, когда я просто помог спрыгнуть, почувствовал момент сближения, момент того, что Адель подпускает меня к себе. Она могла бы сказать, я сама. Но нет, произошло так. Давай, снимай меня быстрее. Я бы сама не села, если бы ты меня не заставил. Кажется, дождь начинается. Я рада, что мы испытали похожие эмоции. Я думаю, мы запомним это на всю жизнь. Я думаю, много чего запомним. Адель показала то, что нужно это испытывать, то, что нужно дарить друг другу такие эмоции, нужно пытаться, да, создавать такую атмосферу. И это офигенное ощущение, просто ты понимаешь, что, блин, круто, я для себя новое что открыл, да? И это круто, когда ты можешь подарить это женщине. Я очень обрадовалась, что наконец-то наши отношения сдвинулись с мертвой точки. Для того, чтобы правило, еще одно очень важное по поводу окружения и семьи, проверить, прощупать, я пригласил Адель в свой родительский дом познакомиться со своими родителями. Привет, привет. Здравствуйте, здравствуйте. 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 Тут такое дело, это моя жена. Я вас поздравляю. Адель. Очень приятно. Вообще Хидаят, но зовут Катерина. Очень приятно. Да, Александр Петрович. Все свои, все свои. Папа с мамой встретили, кстати, меня хорошо. Красивая девочка. Спасибо большое. Спасибо, что Спасибо. Давай я подержу. Раз такое у нас событие, значит, надо это дело отметить. Я думаю, Адель мне поможет. Она меня пригласила, чтобы со мной поговорить, посмотреть, чем я живу, кто я. Это было ясно. Адель, помоги мне, пожалуйста. Сейчас мы будем накрывать на стол, но для начала мы поставим цветы в вазочку, хорошо? Видно было, что она очень любит своего Сашу. Везде были Сашины фотографии, от маленького до большого. Расскажите, чем вы занимаетесь? Я модель. Классно. И уже работаю 15 лет. Прекрасно. Да, и очень хорошо получается. Я думаю, что мама, когда услышала, что я модель, ей это не совсем понравилось. Но она не показала свою истинную реакцию на мою профессию. Да, ну, как бы разные фотосессии бывают, и ню, то есть, как бы, в обнаженном, полуобнаженном, ну, полуобнаженном. А тебя не смущает то, что она полуобнаженная? Батя мой, конечно, вот он батя, вот такой отец, который лишний раз не полезет с советом, но спросить может. И по его вопросу можно понимать, что дальше делать вообще в целом в этой жизни. Хотелось бы прекратить это, и если мы дальше с ней начнем, мы с ней живем, и все, как бы, переход серьезно, действительно, если все серьезно, тогда, конечно же, это все прекратится. Это может быть из разряда хобби. И как бы основной профессии. Я бы не хотел, чтобы она массово этим занималась. Да. Какие цели в жизни? Хочу уже семью. Это основная цель. Хотела узнать, есть желание рожать детей? Да, уже есть. Уже хочется деток. В нашей семье, ну вот как-то она заведена. Семья на первом плане. Да. Потом все остальное. Работа, бизнес, все это потом. Сначала должна быть семья,
детки, а потом... Мы начали всей семьей раскладывать уже приготовленные блюда на стол. Вы к нам присоединяйтесь. Мне было приятно увидеть Адель на кухне рядом со своей мамой. И то, что они по-дружески, компанейски вот так вот метушились, там что делали. Меня это умиляло, меня это радовало. Я себя почувствовала как в детстве. Спокойно, уютно, классно. Мама счастлива, что в доме девочка появилась. У меня рот вон никак собрать в кучу не могу. Ты уточни, пожалуйста, что мальчиков здесь тоже не было. Непривычно видеть, что ребенок с обручальным кольцом. Ты заметил, что я его не снимаю? Будем надеяться, что будет оно у тебя постоянно, Александр. Это хорошо. Вот в тот момент я ощущал себя в семье, ощущал себя с семьей. И ощущал то, что я действительно привел свою женщину, привел в дом. Мы не едим, пока мы не садимся за стол. Хорошо. Есть такая штука, при том, что начинает до друга не доходит реально. То есть мы должны все друг друга ждать. Мы должны сесть вместе, начать все вместе и уйти все вместе. Хочу вам пожелать детей побольше. Нам с мамой делать нечего. Будем нянчить. Будем нянчить. Дом большой. Спасибо, папульчик. Того Александра, которого я увидела за столом у родителей, это именно тот мужчина, которого я представляю возле себя. Все, спасибо вам за вечер. Вам за спасибо. День, за обед еще за вечер. Спасибо, очень что... вкусно, да. Очень интересно. Яблочко было просто великолепно. Наверное, это самое яркое впечатление. Меня оставило именно родительский дом. Для меня это важные вещи. Вот. И родители у Саши действительно достойные, классные люди. И таких бы я людей хотела видеть в своем окружении. Приємно бачити зближення. Але очевидно, що є проблема, яка може виникнути у них в майбутньому. Зрозуміло, що Адель не готова поставити стосунки на передній план, все ж таки для неї на першому плані робота. Не можу сказати, що це недолік. Я вважаю, що запорукою щасливих стосунків – це є реалізований чоловік в своїй сфері, де він хоче, реалізована жінка, які проводять разом час, яким разом цікаво і їм є чим поділитися. Коли жінка кидає свою роботу і починає сидіти вдома задля того, щоб бути з цим чоловіком, тому що вона закохана, призводить до того, що рівень її невдоволення росте. Вона розуміє, що вона не отримає цих емоцій, а ти розумієш, що вона подібна як зірка, яка на сцені. Вони ж так. Звикли до захвату, тому їй потрібно це залишити. І де вона буде добирати свій ресурс? Де вона буде відновлюватися, щоб відчути себе бажаною, реалізованою? Ніде. І тоді вона починає звинувачити в цьому чоловіка. Починається помста і починають руйнуватися стосунки. Жінка, коли перестає бути цікава собі, вона перестає бути цікава чоловікові. Тому їм варто знайти якийсь баланс, щоб, можливо, ці фотосесії були такі, щоб вони були прийнятними для Саші, але при цьому вона не полишила цю сферу. Я за такий розвиток подій. Згодно. Коротше, два пунктика було мені, що прийняли мама, папа. Вони прийняли, і вже видихаєш. Захотілося подарити їй, не подарити навіть, а зробити для неї цей вечір. Так, зараз той любий. Присаживайся, присаживайся, падай, падай. Да. Можно? Да. Ух ты! Я увидела вообще нереальную атмосферу. Это было мега приятно. Мне хотелось тебе вот как бы создать такой вечерок. Будем смотреть фотки. Мне просто себя хочется узнать поближе, понять. Фотографии, видео, они могут много чего сказать об Адель. Рассказать мне, да. А мои, соответственно, я думаю, что обо мне, ей. Очень приятно, что ты хочешь узнать меня получше и предпринял какой-то шаг к этому. Спасибо тебе, Саша. Посмотрим? Да. В любом случае, есть где-то любимые фотографии, да? А, вот эта фотка мне очень нравится. Я смотрел на Адель маленькую, да, 4 лет. Такая, у меня в глазах считается, я девочка-девочка, она такая вот прям вот девчонка-девчонка, знаете, как принцесска такая. Но, блин, походу была такой босячкой. Фотографии делал мой папа. Mm-hmm. Папа у меня был очень крутой фотограф, он снимал на пленку, и он каждый день работал.
Но на пленке всегда оставалось пару кадров. Он приходил домой и каждый день меня фотографировал. Меня это так бесило. Я говорю, пожалуйста, нет. И у меня половина фотографий, где я кривлюсь как-то. Она когда рассказала о детстве, это была хрупкая, маленькая, ранимая Адель. Буквально, да? Да. Не знаю, каждый, наверное, любит свое детство, да? Это какие-то яркие моменты, которые ты вспоминаешь всегда с добротой и теплом. Я уже попала на Burning Man, и каждый год езжу. На этом фестивале не существует валюты, все бесплатно. Все люди просто меняются, если тебе что-то надо. И когда приезжаешь через неделю после этого фестиваля, ты очень сильно меняешься и начинаешь ценить иные вещи. Что поменяло в целом даже в тебе? Поменяло понятие того, что можно быть счастливым, допустим, не только в брендах. Одно из правил фестиваля – нельзя показывать бренды, поэтому все заклеено, если ты не знаешь, что на человеке. Mm-hmm. Потому что у нас очень много, знаешь, вот на мне там такая-то фирма, это такая-то фирма, все идет на показ, там такого не существует. Это было прям очень круто. Для меня это о многом сказало. Адель заточена не только на деньги, да, не только на бренды и все остальное. Что человек глубокий, человек интересный. Мне было еще более приятно общаться с Адель. Ты знаешь, что такое? Это я летела в самолете и успела сфотографировать, когда мы пролетали. Здесь один день, а здесь другой. То есть это завтрашнее, будущее и настоящее. Прикольно. Мы как раз пролетали эти полюсы. По-моему, это очень круто, не знаю. Вот Адель для меня вчера и сегодня отличается очень сильно. Кто-то сегодня, кто-то вчера. Поэтому вот так, гораздо, гораздо лучше. Это мне показалось, что Саша начал смотреть немножко по-другому меня, с теплотой, с каким-то, знаешь, домашним уютом, вот, и с какой-то мини-любовью. Это фотография у меня дома, как ты узнала. Угу. Дома – это моя крестница, как раз после Кристины, там где-то, ну, или у Кристины были. Мне понравились семейные фотографии, то, что он с крестницей сидит. Да, есть такие фотографии, я понимаю, что человек не совсем там тусовочный и только помешан на работе, а есть еще какие-то живые у него компоненты, назовем так. Поэтому для меня это огромный плюс был. Саш, а скажи, вот это то призвание, к которому ты шел? Тебе нравится этим заниматься? Да, с 5 лет. Я 5 лет первый раз попал к стоматологу. Ну, как ты понял, что с 5 лет прям? Ничего себе. Меня повело, просто я говорил, что я подрасту, и говорю, мам, я буду лечить тебя и бабушку. Слушай, ну это здорово, когда с ранних лет ты знаешь, чем ты будешь заниматься. И было приятно, что человек интересуется, почему, как я пришел к этой профессии. Как я начал заниматься делом в своей жизни. У меня были моменты, когда я в школе сидел, и у меня классный руководитель подходил, и у меня она математику вела, алгебру, геометрию, у меня за книжкой алгебры стояла книга по биологии. Я просто сидел, читал, 10-11 класс сидел, почитал, просто она подходила, смотрела и просто проходила мимо. Она понимала, то есть, что, ну, мне все знали, что я пойду в медицинский. Это если было призвание. Как бы я прусь от этой работы. Мне было комфортно с ним, уютно, и мы действительно были как полноценная пара. И, знаете, не хватало только какого-то камина с потрескающим огнем, и деток вокруг было действительно очень здорово, и чувствовала семейную атмосферу. Саш, я тебя благодарю за сегодняшний вечер. Это было очень здорово. Это именно то, чего я хотела. Я благодарна, что ты выделил время, рассказал и показал какие-то отрезки своей жизни, значимые на фотографиях. Мне было безумно приятно, и ты открылся больше для меня с новой стороны. Спасибо тебе огромное. Мне приятно, что ты находишься в этот вечер рядом со мной. Спасибо, Саша. Этот вечер нас сблизил, мне кажется. После недели совместной жизни я поняла, что Саша мне нравится тем, что, во-первых, он харизматичный, он умеет делать сюрпризы, он настроен на семью так, как и я. Для меня это важно тоже. Перед финалом у меня много мыслей в голове. Так, с одной стороны, не хочу отпускать Адель, потому что просто нравится. Нравится, вот все внутри подкипает. Бывает, прикипает. Цепляет на меня. А хочется в то же время отдать кольцо. Потому что я до конца не понимаю, сможешь ли Адель от чего-то отказаться, да? То есть то, что у нее сейчас есть. Я сомневаюсь, потому что все равно за это время мало знаю человека. Я опять-таки не уверена, искренне он, не искренне. Вот я постоянно об этом думаю.
Все-таки моя работа для меня важна. Это есть я, это то, что, как я стала. Это меня позиционирует перед другими людьми. А по Саше видно, что он все-таки против. И он все равно хочет рано или поздно, чтобы я вообще прекратила эту работу. То есть момент решения нужно принять, взять на себя ответственность именно сейчас. Ну що, друзі, привіт! Привіт! Здравствуйте. Здравствуйте! Як пройшли ці дні? Бурно, на самом деле. Було много емоцій, і це було познавательно для нас. Рига скресла? Да, 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 конечно. А найголовніше питання сьогоднішнього вечора – чи залишаєте ви обручки? І почнемо ми з тебе. Я думав много над этим. Потому что у нас есть много нерешенных вопросов, конкретно. И несмотря на те трудности, которые у нас возникали с тобой в общении и в контакте, в сближении, ты мне симпатична, ты мне нравишься. И скажу, что я оставлю. Коротко. И ясно. Да, я человек. Мне нравится Адель не только потому, что она красивая и сексапильная. Это всего лишь обложка. Но есть еще огромный мир, который хочется просто узнать, да, увидеть просто для себя, понять. Чудово. Адель. Саш, я сомневалась, оставить себе кольцо или нет, потому что у нас действительно большие разногласия, плюс у нас есть проблемы. Мы не можем с тобой договориться по поводу времени, мне надо больше, тебе надо меньше, тебе надо постоянно подтверждение моей любви какое-то, ты должен это видеть. Саш, я думаю, что у нас мы похожи в некоторых вещах. Вот мы оба хотим деток. У тебя очень классные родители. Это та форма семьи, которая мне импонирует. Поэтому я оставляю секрет. Дощ, Дань. Так. Це ознака гарного майбутнього. Ви вже колись сказали, коли починається кохання. Коли ти їдеш у відпустку чи в поїздку в дощ, це означає, що все пройде добре. Тому цей дощ вам на щастя. Бажаємо вам, щоб за межами проекту ваше зближення, ваша дистанція скоротилася і ви були щасливими. Хорошо, спасибо вам, ребята. Спасибо большое за помощь і спасибо за совети. Вам дякую. Будемо справлятися. Я благодарна этой программе за то, что раскрыли мне глаза на многие вещи. Сияю от счастья. Я еще, конечно, не привыкла к статусу жены. Он меня очень радует. Это колечко. Мне радует, что у меня такая жена, на самом деле. Такая жена, и мне радует, что в какой-то момент мы оказались друг другу ближе. После проекта мы с Адель встречаемся. Это моя стоматология. Как бы вот, это мое детище и мое дело, которым я непосредственно занимаюсь. Круто. И которое для меня очень-очень-очень важно. Мне приятно видеть Адель в свою стоматологию. Мне приятно ощущение того, что она находится со мной рядом, что она мне помогает. Адель, мы сейчас будем посвящать тебя в медицинские работники. Расставь руку. Отстегиваем, разворачивай. Хотя, пожалуйста, голову. Он достиг этого сам. У него какие-то планы жизни, и видно, что он перспективный. Я это ценю. Давайте помогу. Адель, она полностью органична. Она визуально сочетается с ее внутренним миром, и мне это очень импонирует. Вам нужно просто прикусить. Прикусом до конца, прикусом, прикусом до конца. Когда чувствуешь, что ты твой человек, это настолько круто. Положи, пожалуйста. Так, все. Все хорошо. Все сделали. Человек хочет
быть со мной, хочет от меня детей, хочет заботиться обо мне и видит меня в дальнейшем. Я готова к семье, я готова перевести котов. За мной женщина может чувствовать себя как за каменной стеной. По-другому никак.